75 рублей 70 копеек с одного человека в месяц будут платить жители городов республики за новую коммунальную услугу – вывоз мусора. Для жителей сельских районов эта плата ниже на 20% и составляет 60 рублей 71 копейку с одного человека в месяц. Однако сумма может увеличиваться за счет комиссии, которые берут за свои услуги банки. В начале года глава республики поручил правительству обсудить с кредитными организациями возможность снижения комиссий. Переговоры прошли успешно. Новые квитанции жители республики начали получать с начала 2019 года. Так как за вывоз ТКО отныне отвечает не управляющая компания, а региональный оператор, соответственно, платить за новую услугу придется именно ему. Многие, кто уже оплачивал новую коммунальную услугу, заметили, что при оплате за вывоз ТКО взимается комиссия. Причем эта сумма варьируется в зависимости от того, как, где и каким способом вы оплачиваете квитанцию. Внести платеж за вывоз мусора можно без комиссии в офисе регионального оператора «Экоцентр» в Чебоксарах по Московскому проспекту 19. Также без комиссии. Взносы принимаются в личном кабинете на официальном сайте регионального оператора www.mvk-ekocenter.ru. Воспользоваться такой возможностью оплаты могут жители даже самых отдаленных населенных пунктов. Что касается оплаты услуг по вывозу мусора через банковские организации, здесь есть несколько способов сэкономить на комиссии. Сбербанк поддерживает безналичные расчеты в республике, поэтому оплата любых коммунальных платежей гораздо дешевле обходится, если вы это делаете с картой. Например, за вывоз мусора, если вы оплачиваете, если средний размер платежа составляет 75 рублей, то в данном случае комиссия составит всего 1% от суммы, то есть вы заплатите 75 копеек. В этом случае вариантов оплаты два. В любом удобном месте, через Сбербанк онлайн, через телефон, либо в одном из филиалов Сбербанка, через устройство самообслуживания. Либо подключите автоплатеж, и банк сам ежемесячно будет совершать платеж. В Чувашкредитпромбанке можно оплатить квитанцию без комиссии. Оплатить квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов без комиссии жители Чувашии могут с помощью платежных терминалов Чувашкредитпромбанка или в интернет-банке Хэндибанк. Для совершения платежа через терминал понадобятся квитанции и наличные. Иметь карту Чувашкредитпромбанка не обязательно. Карта банка необходима только в случае, если вы хотите оплачивать услуги дистанционно. В офисах Чувашкредитпромбанка платежи за вывоз отходов принимаются с небольшой комиссией 0,5% от суммы, минимум 10 рублей. Всего в республике 25 таких платежных терминалов. Расположены они в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатри, Батрево. Без комиссии можно оплатить услугу и в офисах Почта Банк. На территории Чувашии на текущий момент находится 46 отделений банка, которые оснащены банкоматами. 39 из них находятся на территории Почты России в ближайшей доступности в разных уголках нашей Чувашии. 3 отделения функционируют на базе многофункциональных центров города Ядрино, город Канаш и в городе Чебоксара по адресу улица Ленинградская, 36. И 4 отделения – это наши флагманские центры клиентские, которые располагаются и работают на территории Чебоксара и Новочебоксарск. В Почте банке для клиентов установлен один из самых низких в Чувашии тарифов на оплату вывоза мусора. Это 0,5% от суммы платежа. А наши пенсионеры и клиенты, которые получают заработную плату на карту нашего банка, оплачивают жилищно-коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора, абсолютно без комиссии. Еще один способ оплаты – через личный кабинет на сайте государственной информационной системы ЖКХ. В общем, выбор в любом случае остается за пользователями услуг. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.